Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Вы на канале S&G. И, собственно, у нас противостояние продолжается. 3-1 пока. По личным встречам я впереди. Мне осталось одержать всего лишь одну победу. Возможно, это последний матч в нашем противостоянии FIFA 17 с Александром. Канал Мистер Чир, ссылка в описании. И этот матч будет в Ultimate Team. Я абсолютно не знаю, что за состав там у Сани. И я знаю, что ему выпал Игуаин, и что он его продал вроде как и собрал себе состав на эти деньги. Вот сейчас и посмотрим. Ух, 4-3-3, ну да, ЛФД, ФРВ, ПФД, вот эта вот схема. Канте, Фабрегас, Хамис. Ну такой гибридик, да, гибридик, я так смотрю. Тут и серия есть, и Англия, чего только нету, короче говоря. Ну интересно будет сейчас посмотреть. Ну у меня та же самая команда, которую вы можете наблюдать на стримах у меня. А единственное, что я забыл настроить кое-что. Ну, ничего, сейчас, я думаю, в паузе только мяч получу. Я эту настройку сделаю. Пауло Дибало, вот это, конечно, не очень здорово. Он меня бесит всегда, когда у соперников он находится. Фабрегас. Матич. Все, спокойно. Так. А, значит, Варди. Я его не зря выпустил, на самом деле. Я его сейчас тоже... Так, забегает за защитников. Окей. Все, Варди, ты должен у меня сейчас работать как надо. На вас. Вот он часто, он все равно стоит, смотри, Варди. Вот не бежит и все. На вас. Эррера, лучший у меня цапник в команде на самом деле. Варди, 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 Варди. Так, бои. Должен вычищать, разумеется. Снова Навас. Отлично. РРА. Варди, вот смотри, все равно не забегает. Задачу поставил, а толку никакой. Никакого. Никакой. Толку никакой. Русский язык от бога просто. Сахо сместился с центра. Вот это плохо. Тут Матич подстрахует. Милнер в последний момент в подкате. Марсиаль мог забивать. У меня тоже Марсиаль в составе. Ну, видели, собственно, подача на ближнюю. Но здесь нет таких монстров, как в тех командах, против которых я играл до этого. В противостоянии, поэтому здесь полегче будет. По крайней мере, должно быть. Ай-яй-яй, Канте. Ну, вот он, дикий опорник. Перехватывает все. Такие передачи тоже зачастую. Пока что не могу выйти в нормальную атаку, честно говоря. Передача неточная, бои. Играй, играй в пас, играй в пас. Матич, Дембеле, Варди, в стеночку. За спину забежит Варди или нет? Слушайте, надо было Батшуаи все-таки ставить под эту оборону. Ну да ладно. Дембеле. Вот он, Марсиаль. Вот он, Марсиаль. Разворачивается раз, а второй раз не пустил его Карвахаль. Ну да, это Карвахаль, от него так просто не убежишь. А вот в пользу Александра. Ну, неплохое такое начало, боевое, да? В отличие от матча Интер-Милан предыдущего, где уже 2-0 было к этой минуте. Канте. Квадрадо. Пауло Дибало. Остановить его, остановить, остановить. Бои. Хорош. Справился. В принципе, справился. Навес на ближнюю штангу. Хумельс через себя. Но все-таки есть Хумельс, да, так что... Все равно ближнюю надо крыть. На самом деле. Матич, здорово. И вот Эррера забегает за спину. Удивительное дело. Ну, Варди, быстрее. Ну что так долго-то? Вот. Принимаешь решение забегать за защитников-то. Варди, вот сейчас здорово. Вот сейчас здорово. Джейми. Пепе. Последний момент. Уже прямо перед передачей, на самом деле. Ай, Джейми Варди. Разыгрываем здесь. Милнер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И прострел. Оставалось сделать только прострел. Так. И ударить. Фаерман. Вышел. Бои. Нет, бить я не буду им, естественно. Милнер. Ложное движение. Навес. Фаерман. Ведь раньше... Чуть-чуть пораньше... Опередить его, да, нападающему моему, и все.
И все, Варди! Снова Фейермен. Начинает тащить вратарю Александра. Варди. Ой-ой-ой, вот это я ошибся сейчас. Это меня прочитал, Санек, что я буду именно Варди разворачиваться. Фабрегас. Марсиаль. Пауло Дибала. Бернат. Так, ну на вас здесь. Отлично. Ох, 3 в 2 могло быть. А передача не точена. Снова передача не точена. Дембеле. Ушел от Канте. И передача здоровская на Эреру. Но тут забивай. Да, Андер Эррера, ну что такое-то? Ё-моё, низом надо. Все, короче, бью низом, как я привык. Вот эти вот эксперименты. С ударом куда-то в высоту и так далее. Это не то все. Хотя я и так забивал в Weekend League. Аспиликуэта. Ложное движение. Уже двоих защитников здесь собрал. Марсиаль. Эррера. Ай-яй-яй-яй-яй. Угловой. Ну что ж, снова розыгрыш. Или что? Попробуем сюда подать. Дембеле не смог пробить. Марсиаль скидывает. Дембеле, ударить-то? Нет. Немножко не повезло здесь с отскоком. Варди, а пораньше. Квадрадо. Вот это я плохо, что? Отдал ему мяч. Но здесь Сахо. Корпус. Корпус Сахо, это да. Марсиаль. Вообще не туда передача. Ну да ладно. Милнер. Эррера. Варди забегание делает совершенно не туда. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Корпус Эрреры. Это так себе тоже. Показатель. За счет него тут сложно пройти. На вас. Ну и в стеночку. Здорово. Эррера забегает или нет? Варди забегает. Еще дальше. Там Марсиаль. Марсиаль. Отличный финт. Варди. Еще Варди. С третьей попытки 1-0. Запихал все-таки. Запыхал. Джейми Варди. Ох. Сначала был рикошет, каркас. Потом вратарь вытащил. Это было смешно. Нападающий Лестера. Ну что, открывает счет все-таки в этом матче. Было неплохо. Это было здорово. Ну как разыграли там, да? Так, сейчас аккуратнее в оборонке. Дембеле. Опа. Марсиаль, Дембеле. Эррера. Дембеле. На дальнюю штангу нужно навешивать. Совершенно один на вас. Вот это удар. Ну, надо было принимать, конечно. В таких случаях FIFA 17 обязательно нужно принимать. А я что-то, какую-то хрень сделал. Дембеле. Эррера. Ох, последний момент накрывает. Последний момент. Марсиаль. Милнер. Прострел на дальнюю штангу. Фейерман. Тут как тут. Ну что, первый тайм, в принципе, под моим преимуществом прошел. Надо также продолжать, хотя ударов и у Сани хватает, хватает. Надо быть аккуратным в любом случае. Большой я выпущу попозже, я думаю. На вас. Через фланг. Милнер здесь. Дальше пяточка, бои. Тут подключился, ничего себе. Варди. Варди. Джейми Варди, передача не туда. Ой-ой-ой, Карвахаль. Карвахаль. Фейерман. И Карвахаль тут устроили. Представление. Я чуть не наказал. Хорошо, что до Дибалу не доходит мяч. Варди. Милнер. Не туда. Немножечко не туда. Наверное, опять разыгрываю. Меня это подведет. Вот чувствую, я подведет меня это. Марсиаль. Через центр здесь Фабрегас. Ай-я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 й. Дибала. Повезло сейчас мне. Не попадает в ближний угол. Не попадает в ближний угол. Так, пора, наверное, замену сделать все-таки. Дели Алли.
Пусть выйдет Бальде Дьяо и Батшуаи. Все на атаку. Ну, кстати, я, наверное, тогда задачи... Да, остаются задачи у нападающего, который выходит со скамеечки. Это здорово, буду знать. Буду знать. Ой, вынос. Вот это вынос. Вот это привоз. Вот это да. Спокойно здесь. Бои. Марсиаль как раз таки. Аспиликуэта. И Марсиаль совершенно один. Убегаем. Убегаем, убегаем. Там большой и... Нет, тут Кейта Бальде. 2-0. Как раз свеженький. Вышел и сразу забил. Это было четко сейчас. Вообще, я на Батшуаи хотел перевести туда, на дальнюю штангу. Но получилось еще лучше. Согласитесь. Ну что? Я почти в 30 минутах от победы в противостоянии. Да, Санек сегодня хуже играет. Надо сказать, чем... Играл в первый день нашего противостояния, первой сессии, когда мы записывали. Сегодня что-то... Саня, не в форме, не в форме. Нет такого сопротивления, которое было. Ладно, я сейчас договорюсь. Нарушение правил. Квадрадо будет разыгрывать? Да. Хамес, ух ты, это неплохо получилось-то. Но здесь Сахо. Опять успевает Марсиаль. Там Матич забегает, но Марсиаль не торопится, собственно. Снова Марсиаль. Матич пяточкой. А, Карвахаль до конца с Марсиалем играл. Не надо было больше на Энтони переводить туда на фланг, да? Дели Али, Батшуаи. Дембеле. Пятки пошли. Это нарушение, нет? Судья считает, что нет. Бои. Бальде Дьяо. Бальде Дьяо. Подача. А бить Дели Али. Ударить можно, нет? На Дебалу сейчас будет передача, я знал. О, и скинул на Квадрадо. Да уж. Пауло Дебала. Ух ты, красиво. Это было красиво, но Бегович. Бегович. Лучший просто. Марсиаль. Ай-яй-яй, Карвахаль. Блин, какой классный защитник Карвахаль, я смотрю здесь. Прямо выжигает. Марсиаля обесточил практически весь матч. Энтони ничего не мог поделать с ним. Но когда оставались свободные зоны, конечно, тут уже другая история. Это нарушение, да. Это я зря. Муса Димбеле. Но желтую не дали. Желтую не дали. Так, на штангу надо встать. Неплохо, кстати, могло залететь Пауло Дибало там. Приложился сейчас. Дембеле лучший. Ой, все в одно касание. Молодцы какие. Батшуаи. Батшуаи. Корпус надо поставить. Дели Али. Дальше еще Дембеле. Дели Али. Ну ударь ты сразу. Ну что ты. Вот они вечно принимают и их накрывают. Чисто. Марсиаль. Ой, свободная зона какая. И снова передача на Дембеле. О, господи. Надо уже завершать. Ну что такое? Сколько можно прощать? Хотя и у Сани были моменты. Тут нельзя этого отнять. Бои. Еще бои. А, офсайд был у Марсиаля. Вон оно что. Милнер. Снова на Милнера можно. И дальше на фланг. Да, здесь Бальде Дьяо. Милнер. И через центр. Дели Али. Большой. И... 3-0. Ну, этот состав я прям детально знаю. Сколько я за него матч провел в Ultimate Team. Weekend League и не только. Так что здесь, конечно, со мной трудно бороться. Финт не получился. Милнер. Кейта Бальде. Снова Кейта Бальде. Ах, не пустили его здесь. Фабрегас.
Фланг, фланг, да? Нет, центр. Марсиаль. Снова на него мяч можно. Марсиаль раскидал финтами здесь всех. А дальше уже Карвахаль снова. Снова Карвахаль останавливает Энтони. Который уже раз. Это удар от ворот. Хотел кому-то сделать пас, но получилось просто за ленточку вынести. Ну что, неужели у нас... Ну да. 4-1 в НХЛ, 4-1 в FIFA. Одинаковые счета. Я говорю, первые матчи были такие тяжелые. А тут прям что-то изи получилось. Саня не собрался сегодня. Большой АИ. Большой АИ. Опять Карвахаль. Карвахаль, я думаю, будет лучший там у Сани по рейтингу. Марсиаль. Канте. Ну, это желтая должна быть так-то. Срыв атаки. Нет? Да нет, судья не показывает ничего. Пепе. Я вообще Пепе хотел сделать подкат. А получилось что? Дели Али. Ну, желтая карточка, да. На самом деле там, как знаете, блок ставили. Заслон, как в баскетболе. Игроки команды Александра. И в итоге я сделал подкат вот тому парню, который сделал этот заслон. Матич, Дембеле, Матич. Большуаи. Бальдай Дьяо. Ну что, забиваем третий или нет? На сей раз навес какой-то странный получился. Ладно, не туда, куда я хотел. Ну что, 3-0. 3-0. Победа в противостоянии. FIFA. Насчет следующих противостояний посмотрим. Может быть, что-нибудь еще придумаем. Но это не скоро будет, потому что на следующей неделе ждите карьеру. Уже новую FIFA 17 в сериях, естественно. Именно этот проект будет в сериях выходить. Так что ожидайте. Ну и плюс еще там новиночки постримим. Будет круто, будет весело. Не забывайте про лайки, не забывайте проходить на канал Александра, вступать в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Так что увидимся. Всем пока.